Всем привет! И вы на канале Мистер Ретро Мобил, да. И сегодня будет обзор на Sony Ericsson J230. Этот телефон 2005 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу у нас разъем под зарядку, под наушники, микрофон. Сбоку ничего. Сверху у нас штучка для снятия задней крышки. Сбоку тоже у нас ничего. Сзади у нас есть на шнурка и музыкальный динамик. Так, телефончик мы открыли. Телефон поддерживает всего лишь одну симку. Вставляем сим-карту. Давай я лучше поставлю на паузу видео, чтобы не затягивать его. Ну что, сим-карту я уже вставил. Подключаю аккумулятор. И все фиксирую задней крышечкой. Включаю. А в этом динамике тоже супер работают. Установить дату и время. Время сейчас 14:21. Так, местное время 14:21. Сегодня у нас 24.06. Месяц 20-й год. Настройку мы выполнили. Заходим в меню. Сообщения. Сообщение СМС, сообщение ММС, голосовая почта, функции, телефонная книга, поиск и вызов, добавить номер, поиск и изменить, состояние памяти, функции. Органайзер, календарь, задание, таймер, секундомер, калькулятор. Радио. Подключите мини-гарнитуру. Она выполняет функции антенны. Развлечения, игры, мои изображения, дополнительные картинки, мои аудиоклипы, дополнительные аудио, темы, дополнительные темы, композитор. Параметры, звуки, сигналы, время и дата, дисплей, профили, язык, блокировка, аудиоустройство, связь, быстрая клавиатура, общий сброс. Информация о вызове. Тут у нас написано «Непринятые вызовы», список вызовов, управление вызовами, время и стоимость, очистить список. Ой, не туда вошел, я случайно. Будильники. Будильник специальный. Ну и все, обзор на этот Sony Ericsson я закончил. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии. Ну и все. Всем пока-пока.